Ученикам напомнили о правилах дорожного движения и рассказали о пользе световозвращающих элементов. Профилактический урок для начальных классов провели сотрудники госавтоинспекции в гимназии номер 44. Подробнее расскажет наш корреспондент. Особую актуальность проблема наездов пешеходов в темное время суток приобретает с началом осеннего-зимнего периода. А в условиях сумерек и темного времени суток, которое осенью и зимой наступает рано, водитель способен воспринимать только 5% информации о той, которую он видит днем. Знаки автомобилей и даже инспектор ГИБДД. В актовом зале для учеников начальных классов разыграли сценку по правильному переходу дороги, познакомили со знаками регулировщика, напомнили о значениях сигналов светофора и рассказали, как действовать при его отсутствии. Это знак внимания. Внимание не только для транспорта, но и для пешехода. Вы стоите. Если я показываю рукой, можно переходить. Особый акцент сотрудники госавтоинспекции сделали на световозвращающих элементах, ведь именно эта деталь помогает пешеходу быть заметнее для водителя в темное время суток. После просмотра обучающих видео и практического занятия ученикам вручили подарки – наклейки, отражающие свет. Я вот всегда, если я их нахожу, то уговариваю маму их купить. У меня даже на шкафу есть целая их коллекция. Я их всегда, когда надо, я вот все эти браслеты, я их одеваю. Такие профилактические уроки проводят регулярно. Они направлены на повышение дорожно-транспортной безопасности пешеходов. Особое внимание уделяется школам и детским садам. Соблюдаем правила, соблюдаем правильно. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.